Друзья, всем привет! Это город Томск, магазин Бау-центр. Снимаю здесь уже третье видео. На этот раз будет оценка. Давайте смотреть, что здесь есть. Хлорофитум за 199 рублей. Орхидейка, смотрите. Такая лопухастая. Новый листик растет. 800 рублей. Цветочки какие. Так, ну здесь, знаете, такие оценочки. Это не обе, конечно. С обе пока еще никто не сравнился по оценкам. До сих пор с грустью вспоминаю этот магазин. 99 рублей вот такая бегония. Эпипремнумы. Ой, какой он здоровый. Слушайте, друзья, 600 рублей. Вот. А длинный, тяжелый. Так, кактусята. 250. Есть даже, по-моему, в керамике. А вот такой экземплярчик за 1000 почти. Вот, смотрю, и диамонты оценили. Спатифиломы. Они у нас за 1000. Да, там 1000 с чем-то на витрине были, да, свеженькие. 1400, по-моему, с чем-то. Ну, не буду обманывать. Лучше вы сами посмотрите. Первая часть, по-моему, я их показывала там. 199 рублей. Вот такая глоксиния. Смотрите, полный горшок. Там луковички, может быть, 3 есть. Ну, хотя вон он, посадочный материал, целый горшок. Размножай, сколько влезет. 800 рублей. Опять же, такая же. И есть, кстати, где можно посмотреть цветочки, какие по цвету будут. 200 рублей. А это у нас уже вот такой цвет. Тоже за 200. Орхидей много. Вот они наверху. Давайте глянем. По-моему, у них у всех практически одинаковая цена. Но мы сейчас перепроверим еще, конечно. Но вот это вот, например, 600 рублей. Тут вот, видите, вот такая. Так, тут у нас уже 800. Нет, не у всех одна цена. Так, получается 600-800. Это 450. А вот эта красавица, насколько интересно. Смотрите, какая у нее розетища. 800 рублей. Ну, все же дешевле, чем за 1000, да? С чем-то. Тем более, они очень такие стойкие. Красивая орхидейка. Ну-ка, 600. Не политая, конечно, сухая вся. А здесь вот прям хочет еще расти, цвести и цвести. Смотрите, а ей... А ее сюда поставили. Ну-ка. Это неудобно. Одной рукой 450 рублей она стоит. Вот. Так, давайте дальше. Смотрим. Вот тут еще пальма. Пальма у нас 2500 рублей. Вот такая. Не буду ее уже спускать. Спатифилум тут есть. Большой 1700. Вот такая глонемка. Тысячу. Есть еще вон Silver Bay за 3000 почти. Так, драцена такая зеленая 700. А здесь, по-моему, подвязали ананас, если я не ошибаюсь, или алоэ вера, кого-то, в общем, подвязали.
И не написали. Забыли написать, кто это. В общем, 500 рублей. Вот смотрите, какой решеткой сделано все. Красиво. Ох, как высоко, высоко. Так, 4600. Это тоже, по-моему, драцина, насколько я вижу. Так, спатифилумы маленькие. 300. Здесь какие-то кактусята. Что какие-то в виде бутылок. Интересная такая форма у них. И все, главное, сужаются кверху одинаково. 99 рублей. Алоэ. Зубастенькая, колючая. 250. Ну, почему? Можно такую за 250-то купить. Есть еще вот такой вариант. Вот он. Так, этот у нас 250 также. Калатея. Она не очень выглядит. Не очень, не очень. 119. Ну, может, отойдет. Мне кажется, она клещиком покусанная. Так, здесь филодендроны атомы. 800 рублей. Так, 459 вриезия. Красные огоньки. Красные, оранжевые. Тоже отцветает. Пеперомия. Можно хорошенькую выбрать. Сколько стоит, интересно? 199. Такой ампельный вариант. Одну нертерку выселили. Ой, ее даже страшно брать. Вот, господи. За что ж тебя взять-то, чтобы тебя не поломать-то? Так, 300 рублей такая. Ну и фиалок много. Как всегда, в любой оценке. 230 рублей. А здесь уже хризантемы. 199 рублей. И фикусы есть. Зеленые и варигатные. 600. Наверное, такой же, не? Да, 600 рублей. Дождь идет на улице. Хорошо, зонтик взяла. Погода неадекватная абсолютно. Ой, друзья, пропустила еще вот в керамике. 800 рублей. Опунция, наверное, это такая. Вот. В принципе, все тут по оценке. Тут садовых, конечно, много растений. Покажу вот вам бальзаминчики. Смотрите, я их что-то в тот раз не показала. Даже во второй части пропустила. Красивые новогвинейские, крупные. За 500 рублей. И вот такие хризантемы. Беленькие, красивые. Тоже мимо них прошла. 500 рублей. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Поддержите автора. Всем хорошего настроения и до новых встреч!